Всем привет! Blender 2.90. Хочу продублировать информацию, ну и попробовать, конечно, фишку, которую показал Макс Петрик сегодня в стриме. Зайдите на канал, ссылка на канал будет под этим роликом. И давайте попробуем сделать именно телевизор с фильмом. Так, камера, свет отключаем, единица на нампаде. И из этого куба нам нужно сделать... Нужно сделать телевизор ЖК. Так, заходим в Edit Mode, выбираем полигон. Вот этот вот. Один. Единица на нампаде. Делаем какую штуку. И английская. И немножко вытягиваем. Теперь делаем еще раз и английская. И немножко вытягиваем. Вот таким вот образом. И вот эту вот часть, полигон чуть-чуть подадим вглубь. Ну, в принципе, пойдет для объяснения. Так, теперь английская А. Выбираем весь этот куб. Делаем транспоз. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь давайте... Что сделаем? Вот здесь вот ножом порежем. Так, сбрасываем щелчок левой кнопкой мыши. К английская, выбираем нож и попробуем здесь вот сделать ребро. Так, и К английская, сделать вот здесь ребро. Enter. Выбираем опять же теперь вот этот полигон. Сделаем ему опять же и. И уведем вглубь. И еще делаем один раз. Единица на нампаде. И давайте этот полигон вытянем. Вот таким вот образом. Теперь, ну, типа ножка будет, чтобы вид какой-то был. Поделим, поставим здесь вот один луп. И еще один дублирующий, чтобы это все дело не развалилось. Теперь выбираем нижние вот эти вот полигоны. Так. Через Shift левая кнопка мыши. Смотрим, что через Shift выбираем не ребра, а выбираем полигоны. Регион полигонов нажимаем Shift Alt. И вот так вот на ребро, чтобы все выбрать. Так, теперь что делаем? Единица на нампаде и давайте S. Так. И немножко все это дело транспозом сплюснем. Ну, в принципе, пойдет. Так. Какой-никакой АЖК телевизор есть. Не хочу на нем долго зацикливаться. Теперь Object Mode. Выбираем весь наш телевизор. Чуть-чуть повыше поднимем. Привяжем Object Set Origin к 3D курсору. Зайдем опять же в Edit Mode. Выбираем полигоны. Вот этот один полигон. И попробуем сделать то, что сделал Макс Петрик. И попробуем сделать то, что Макс сделал в ролике. Так, погнали. Находим материалы. Материал тут есть. Нам понадобится скачать GIF анимацию или записать свой, ну, свой ролик в формате MOV. Или можно GIF анимацию конвертировать. Опять же онлайн введите конвертация GIF анимации. Можно просто GIF в MOV. И он вам высветит вот эти вот варианты, где это все сделать можно онлайн быстро. Так, выбираем Image Texture. Open. Так. Подгружаем готовую. Применяем все это дело к полигону. Не знаю, получится. Нет, смотрим. Угу. Не хочет применяться. Отменяем это действие.
минус. Так, что тут получается? Object mode. Сделаем, уберем именно материал. Поставим другой материал, сделаем его, ну давайте, черным. Такой вот будет черный у нас телевизор ЖК. И добавим, значит, mesh, добавим план. Тройка на numpad, перевернем план транспозом. Теперь его немножко сплюснем, подгоним в наш телевизор. Вот так вот. И немножко еще сверху тоже. Ну вот, на телевизор похож. Смотрим, чтобы он глубоко не был. Его теперь выбираем. Вот этот план. Щелчок левой кнопкой мыши. И добавляем ему новый материал. Добавляем Image Texture. Open. Добавляем вот эту нашу конвертируемую GIF-анимацию в MOV. И вот у нас вуаля. Так, теперь надо прописать анимацию вот этому вот именно плану. Пишем и первый кадр локация и поставим, давайте на 80 и локация. Теперь настроим здесь внизу. Здесь у нас move, здесь зациклено стоит. Frame ставим 80, Enter. Так, начать с первого канала по 80. Здесь offset 0. И поставим auto refresh. Вот этот. Проверяем. Так, ставим здесь теперь кадров 80. Смотрим, play включаем. И вот у нас вуаля, вот такой вот телевизор. Макс еще рассказывал, что нужно зайти в, так, не в текстуру, в шейдинге. У нас здесь есть вот, вот этот вот image texture. Вот он. Надо сделать Shift D, продублировать, поставить его вниз и поставить ему эмиссию, чтобы вроде как светился как экран. Подключаем эмиссию. Так, теперь в layout заходим, настройки делаем. Так, свет в принципе нам не нужен. Ну давайте добавим лифт. Поставим сон, спот, ария. Так, spot point G. Немножко подсветим как бы телевизорное. Снизу как-нибудь вот так вот. Так, или спереди. Нет, лучше сзади тогда. Или как-то сверху. Ну, типа, в комнате свет горит. Ну, так что-то. Ну, опять же, тут нужно экспериментировать. Можно его пока, ну-ка, если отключить. Смотрим, что у нас получается. А у нас получается, что в комнате теперь можно поставить ЖК-телевизор. И анимация идет, и там идет, допустим, какой-то там фильм, боевик, какой-то сюжет. Блин, ну это уже бомба. Спасибо еще раз хочу сказать за информацию Максу. Я такой информации не видел. Все, всем пока, до свидания.